От их крика, кажется, вздрагивают даже стены спорткомплекса ВЛГУ. Это первая домашняя игра женской волейбольной команды «Альянс». Выступает она в любительском чемпионате Владимирской области. На игру с командой первой школы из Юрьев-Польского эти девчонки вышли с максимальным настроем – только выигрывать. Из трех игр в чемпионате две «Альянс» проиграл. Провели работу над ошибками и выяснили – не хватало командного взаимодействия. По отдельности мы все сильные, пока что у нас мало опыта совместных игр, тренировок. Мы стараемся сейчас взаимодействовать на площадке, научиться всем вместе, быть сплоченными. Вот. Но боевой дух у нас есть, мы все хотим побеждать. Вот, и будем все для этого делать. Игроки «Альянса» прекрасно понимают, что все их индивидуальные особенности и таланты без отличного наставника – ничто. Это все равно, что разобранный автомобиль, который нужно собрать, и лишь тогда он поедет. С тренером Дмитрием Аккуратовым машина под названием «Альянс» уже стартовала. Почти все ходили в его школу, которую он создал, занимались у него. Ну, где-то поодиночке, каждая занималась понемногу волейболом. Ну, хотели в команде в какой-то играть. То есть Дима нам предложил, мы, естественно, сразу все согласились. А какой тренер Дмитрий Аккуратов? Отличный. Он требовательный, то есть он спуску не дает, но в то же время он понимает, что мы девочки, старается немножечко снисходительно к нам относиться, когда мы там косячим. Ну, не хватало какого-то опыта и взаимодействия с друг другом, не могли сыграться. А сейчас вроде как уже пошло, и надеемся, что дальше будет только лучше. Когда команда тебе помогает, и когда ты можешь помочь, ну, это классное ощущение. А какой тренер Дмитрий Аккуратов? Самый замечательный тренер. Нет, на самом деле отличный наставник, опытный, ну, игрок. Поэтому передает теперь свой опыт нам. Ну, мы очень рады, что у нас такой тренер. Дмитрий Аккуратов сам в прошлом профессиональный спортсмен. 2 года назад он закончил карьеру в волейбольном клубе «Владимир» и перешел на тренерскую работу. С женской командой «Альянс» начал заниматься с сентября. Как рассказывает сам Дмитрий, однажды он провел опрос среди девушек, которые ходят к нему на тренировки. Кто готов принять участие в чемпионате Владимирской области? Откликнулись 14 человек. Так появилась команда «Альянс». Только-только наладили общекомандную игру. То есть девочки перестали путаться, активно друг другу помогают и показывают, ну, все больше и больше перспективы, надежды на развитие. Вот. Сейчас будем заниматься уже отдельно, точить технику, чтобы было меньше ошибок, собственных ошибок. Перспективы как раз зависят именно на любительском уровне от желания. А желание огромное у девушек. Этого достаточно. Я провожу тренировки достаточно профессионально для них, чтобы они росли над собой. Любительский волейбол тоже требует профессионального подхода. Девушки тренируются 2 раза в неделю, а каждые выходные у них проходит игра, как и в этот раз. Кстати, с соперницами из Юрьев-Польского волейболистки «Альянса» разобрались достаточно легко, выиграли во всех 3 партиях. Следующий противник – команда «Максимум» из Владимира. Игра пройдет в Ставрово. Борис Пучков, Дмитрий Шаталов, «Губерния-33».